На Соколе спустя долгие 5 лет начался ремонт улицы спортивной площадки. По улице Гагарина рабочие активно занимаются благоустройством дворовой территории. Мэр областного центра лично приехал посмотреть, как ведутся работы и на каком этапе они находятся. К счастью, больших проблем, из-за которых можно беспокоиться, нет. Все идет четко по плану. Однако градоначальник внес некоторые поправки в происходящее. Например, он указал на то, чтобы рабочие убрали ржавые заборы и старые шины, которые также служат неким ограждением, потому что все это портит внешний вид Сокола. И в этом году мы нашли все-таки возможность, чтобы здесь асфальтировать. Кроме того, что вот по улице Гагарина мы сейчас проедем, покажете гражданам, как мы готовим спортивную площадку для того, чтобы уложить травмобезопасное покрытие. И еще один спортивный корт, волейбольная площадка будет комфортная, удобная, безопасная. Ну и ямочный ремонт тоже вот на Королева 7 и дальше к пожарной части. Кроме облагораживания дворовой территории, в скором времени начнутся активные работы на спортивной площадке. В плане уложить травмобезопасное покрытие, потому что в основном там занимаются дети, которые ходят в спортивные секции неподалеку. Изначально там планировалось установить паркурную площадку, но в конечном итоге решили, что будет лучше, если на новое покрытие перенесут тренажеры, которые сейчас установлены на бетоне.